Сегодня в Чебоксарах перед заводом в НИИР открыли памятник сербскому изобретателю Николе Тесле. Никола Тесла совершил немало эпохальных открытий. Еще в конце 19 века, в годы работы в Центральном телеграфном агентстве Будапешта, ему удалось усовершенствовать аппарат, усиливающий голос. В 1882 году молодой ученый открыл принцип вращающегося магнитного поля. В Нью-Йорке Тесла создал собственную компанию. 20 лет спустя осуществилась и главная мечта ученого. Ему удалось сконструировать турбину на Ниагарском водопаде для выработки электричества. Многие открытия Тесла в области переменного тока легли в основу развития электротехники. За всю свою жизнь Никола Тесла запатентовал более 1000 изобретений. Рядом с памятником легендарному ученому открылся также сквер Николы Теслы. Инициатором этого проекта выступил президент компании АБС Электро Ненад Попович. Глава республики отметил, что за последние годы преобразился весь микрорайон. Мы об этом буквально полтора года назад поговорили, что мы эту улицу будем благоустраивать, расширять, чтобы меньше было пробок. На самом деле, воочию вы убедились в том, что меньше стало пробок, больше стало красоты.